В России стартовали продажи новой версии купе Infiniti Q60. Если до этого модель оснащалась только 400-сильным V6, то теперь под капотом стильной двухдверки прописался 2-литровый турбомотор отдачи 211 сил. Благодаря такой рокировке цену модели удалось понизить почти на 1 000 000 рублей. И это, безусловно, сделает автомобиль заметно популярнее, так как теперь Q60 будет предлагаться дилерами за 3 399 000 рублей. В единственную комплектацию премиум включены отделка интерьера кожей и алюминием, спортивные сиденья и многое другое. Снаружи этому Infiniti полагаются стильный обвес и 19-дюймовые колеса. На центральной консоли размещены 2 сенсорных монитора, которые являются частью мультимедийной системы InTouch. Это не только сделало дизайн передней панели лаконичнее, но и позволило уменьшить количество физических кнопок. Opel провел очередную, теперь уже главную и окончательную презентацию нового поколения Mokki. По большому счету, все ключевые факты мы уже знали, так что главным откровением стали цены. Так, в базовой версии компактный кроссовер будет стоить 20 тысяч евро. Если переводить на рубли, получим чуть меньше 1 миллиона 800 тысяч. С таким ценником на нашем рынке Opel ловить нечего. Ведь более крупные Kia Sportage и Skoda Kodiaq стоят гораздо дешевле. За электрическую версию немецкие дилеры будут просить 33 тысячи евро или 3 миллиона рублей по текущему курсу. Правда, с учетом местных госсубсидий батарейная Mokka обойдется всего на 15% дороже бензиновой. А внешне электрички отличаются только шильдиками и отсутствием патрубков выпускной системы. Напомним, что из агрегатов на бензине и солярке для кроссовера доступны 1,5-литровый турбодизель отдачей 110 сил, 6-ступенчатой механической коробкой, а также бензиновая турбо-тройка, для которой возможен и 6-ступенчатый автомат. Базовый вариант на бензине выдает 100 сил, а форсированный уже 130. К слову, в гамме родственных Peugeot 208 и Citroёn C3 есть еще вариант на 155 сил, но Mokki такой мотор почему-то не достался. О российских перспективах новинки до сих пор неизвестно ровным счетом ничего. Хотя формально Opel может и должен привезти этот автомобиль, ведь он построен на платформе PSA, а значит французы имеют право продавать его на новых рынках, включая наш.